Какая бы плохая ситуация, тяжелая ни была, ищите что-то хорошее. Например, ты приехал в другую страну один, у тебя все украли. Все. И ты потерял память. И гигантский трансформер говорит, что сейчас изнасилуют тебя. И ты привязан. За гениталии. И ты умрешь через 10 минут. И ты урод. И ты как человек просто гондон. Еще к тому же. Что тут хорошего? Блин, ну давайте попробуем найти в этой ситуации непростой что-то хорошее. Во-первых, мало кого насиловал трансформер. Это очень исключительно будет, если об этом кто-то узнает. Уже что-то, согласись, согласись. Посмотри, в какой черной ситуации мы нашли хорошее.